Другим темам. Сегодня больше 700 выпускников региона вновь сели за парты. Стартовала первая волна единого госэкзамена. Начали в этом году с предметов по выбору – география и литература. Процедура экзамена не поменялась, но появились новые требования для претендентов на медали. Обо всем по порядку. Артемий Заварзин. Зона досмотра посерьезнее, чем в аэропорту. В ручной клади только паспорт и черная гелевая ручка. Исключение для географов. Ребята могут принести свою линейку и транспортир. Предметы география и литература не такие популярные, как, например, обществознание, но с каждым годом все больше ребят выбирают экзамены именно по этим предметам. По региону 716 человек. В пункте проведения ЕГЭ в Архангельске в 8-й школе 143 человека сдают экзамен по литературе и 44 по географии. По сути дела, у нас в школе, получается, присутствуют дети 30 школ города и области. Сюда включается и Бобровская школа, и Уемская школа, и школа Ксения, и школа Соловецких Юнг. Экзамен длится 4 часа. Испытание по выбору, но, как показывает опыт прошлых лет, выбор осознанный. Результаты ЕГЭ будут необходимы для поступления. Например, литература в театральный вуз. Готовился я уверенно 1,5 года. Актером решил стать давно. Уже прошел в Ярославский, еду в Москву. Готовился относительно усердно. Старался очень тоже в школе, на элективах. Ну и, конечно же, небольшая беспокойная ночь перед экзаменом. Результаты ребята узнают 11 июня. Особо волнуются те, кто заслужил золотую медаль. С этого года она зависит от итогов ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике. То есть теперь мало получить пятерки по всем предметам школьного курса. Нужно свои знания подтвердить в рамках единого государственного экзамена, сдав русский язык, профильную математику более чем на 70 баллов, 70 и выше. Или, если это математика базовая, то получить оценку 5 баллов. Кстати, с этого года выпускники могут выбирать только базовый или профильный уровень ЕГЭ по математике. Дублирование исключено. Экзамен уже 29 мая, а 3 июня, в канун дня рождения Пушкина, ребята напишут ЕГЭ по русскому языку. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29.